Люся, Люся, что у нас показывают? Политику. Политика это не наша. Наша экономика. Люся. Здравствуйте. Кого это привезли? Кого? Вот это игрушка. Не-не-не-не. Вот это я понимаю, да? Люся. Тут тени здесь, конечно, видишь, вот это скутрит. Не, ну это нормально, только папа поклеил. Там кусочек, тут кусочек. Что? Увидела. Боже мой, какое удивление. Ты понимаешь, как будто первый раз она увидела конфетку, да? Люся. 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 Это какой-то кошмар. Тебе и так, Владислав Игоревич, люди пишут. А почему у вас везде конфетки лежат? Что за усы? Третий, опа! Третий месяц не курю. Так. Ты посмотри. Там уже приклеили. Там уже рисунок приклеен. Тут уже она отодрала. Люсь. Вот это ежевечернее, да? Аба! Аба, какой гепард. Очень добрый вечер. Это игрушка фирмы Ханса. Просто огромная. 100%. Оп! Опа! Вот радуется, глянь. Я, в принципе, так и думала, что у нее минус брюки. Минус кусок. Вот забери у нее. Опять приклеивать. Иди сюда. Иди ты да сюда, говорю. Иди сюда. Неси кусок. Кыс-кыс-кыс. Очень добрый. Угу. Все, отдала. Отдала? Отдала кусок. Нет, не нравится. Кыс-кыс-кыс, говорит. Угу. Мяу-мяу-мяу. Тебя я поменял. Поменял, да. Ой, вот неужели вот эта крыса моя, да? Неужели это моя крыса такая? Гамадрилы в обычной жизни леопарда легко. Разрывает. Стая гамадрил разрывает леопарда на куски, на кусочки, оп, на тряпочки. Люся. Мне нравится, как она тут же целует, ты поймешь? Папа, я не хотела. Оп. Оп. Ханза это одни из, ну, нет, на мой взгляд, самые реалистичные игрушки. Только что не пахнут, да, Люсь? Опа! Ты понимаешь, этот папа, называется, купил вот такую сумасшедшую, опа, просто сумасшедшую игрушку. Опа! Знал, что ей понравится. Люся! Опа! Алле, давай. Ай, давай. Алле, оп. Люсь, давай на папу, оп. Вообще, настолько, да, реалистичная? Огромная, больше метра. Я не поняла, что там, что? Ага, ага, ага. Так. У нас дело идет ко сну. Люся. Оп. Нет, я понимаю, что тебе игрушку дали вечером. Что на вас? Что у него? Что у него эту, я не поняла. Как орех какой-то. Где ты взяла орех, а? Где ты взяла орех? Скажи мне, пожалуйста. Что там за орех? Грецкий орех. Не могу понять. Уже приблизила. Нет, по-моему, ты одна попугая тащила. Нет. Я не знаю, кто бы тебе еще вот такую игрушку, ты понимаешь? Реалистичную. А хвост какой длинный, красивый. Люся. Как настоящая, да? Нет, ну вообще как настоящий гепард.
маленькая голова, такое мощное тело. Но морда, мне кажется, очень добрая. Там Гоша подтверждает Джоя. Но. Покажи мне, что за щекой? Покажи. Я не могу понять. Или Зизифус? Да, Зизифус. Зизифус за щекой где-то нашла. Давай проверим. Зачем? Не надо. Пусть жует. Люсь, спать будем, а? Люсь. Люсь, а, Люсь? Потеряла Зизифус. Люся, Люся, ртуть. Ушел папа, ушел. Ушел папа. Так, все, ложись давай. Ты. Смотри, какая она лохматая стала. Мы ее сегодня, друзья, покупали. Я, конечно, очень хочу, чтобы Влад все-таки ее поймал. И мы показали. Она не просто лохматая. Она кудрявая. Нет, это не Зизифус. Это все-таки какой-то орех. Держи ее. Держу. Нет, это не ты ее не держишь. Ты держишь конфеты. Понимаешь? Держу, говорит. Угу. Люсь. Я тебе. Ну, возьми ее. Я хочу... показать, какая у нее кудрявая шерсть стала. Ой, то, как мы ее купали, конечно, хотели вам сегодня, друзья, показать, но сие невозможно. Да? Нет. Игрушка явно понравилась. Это видно. Да ладно уже, иди. Да ладно уже. Ну. Я тебя поймала. Ух. Ну. Эй, ты, ртуть, обезьяня. Не, а так не видно, да? Но она когда сидит, у нее такая повышенная лохматость, кудрявость такая повышенная. Все. Нет, очень мне понравился гепард. Ну, что это за орех? Я никак не могу понять. Не, ну ты как бы игрушечка-то довольно дорогая, Люся. Ты как побереги ее. Все-таки она завалит. Пальто, ты понимаешь? Ну ты посмотри, какая она большая. Что, покажи мне, что это такое? Просто лесной орех. А, просто... Это она забрала. На, 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 на. Это она у Жорика забрала. Mm. Люсь, спать будем, нет? Скажи, ага. Вечером подарили такую игрушку, потом спать будем. Скажи, это что-то вы поторопились. Да, Люсь? Люся. Та-да-та-да-та-да-там. Та-да-та-да-та-да-там. Нет, ей очень удобно. Что, она на твоей голове вот так сидела? Теперь она на голове у гепарда. Опа! За тебя! Глянь на нее! Не буду ругаться! А, защитил, защитил. Сел, руки в боки в разные стороны. Все. Спать! Спать!